На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Давлюхин Глеб. Мне 6 лет. Я из города Рязани. Я вам сегодня расскажу стихотворение. Автор Ирина Сафаргулова. На великой войне против немцев и фашистов мой брат, не жалея себя, воевал. Было много пехоты и артиллеристов. Весь народ на защиту страны своей встал. В 1941 году теплым утречком ранит. На Советский Союз вдруг напал за фашист. Спали люди, не ведая своей печали. И услышали пуль устрашающих свист. И за родину встали и старые, и малые, дети, женщины, и старики. И больной, и хромой, и усталый. Все солдаты пошли в моряки. Долгих, трудных 4 года воевал за свободу боец. Очень много погибло народа. Брат погиб, старый дед и отец. Много было сражений великих. Сталинградская, Курская битвы. Много было жестокости диких. Ну, никто и ничто не забыты. И вот солнечной светлой весной победили люди врага, победили, жертвуя собою. Не забудем об этом никогда. И теперь каждый год в День Победы вспомните о том, друзья мои, как не жалели себя наши деды, какими трудными были бои. Вспомните и поклонитесь низко, и не забывайте никогда. Далеко вы живете, либо близко. Память должна жить всегда.